Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о настольной игре Кукарача для детей от 5 лет от компании Ravensburger. Эта большая и яркая коробка, по сути, является нашим игровым полем. Внутри есть инструкция, 4 ловушки, 4 двери на ловушке, 18 фишек с тараканами, еще есть игровой кубик и, конечно же, таракан, который умеет двигаться. Но об этом чуть позже. А начинаем мы с размещения ловушек для тараканов. Каждая ловушка располагается в отведенное ей место. Если в игре участвует меньше 4 игроков, то та ловушка, которую никто не выбрал, закрывается заглушкой. Это дверь для ловушки. Затем нам необходимо разместить столовые приборы, используя один из вариантов в инструкции, либо можно придумать свой. Я выбрала самый простой, это вот этот вот вариант. Теперь мы берем нашего таракана, включаем его и кладем в центр поля. Игру начинает первый игрок. Он бросает кубик и поворачивает тот предмет, который оказался на его грани. Ему нужно повернуть вилку. Вилка находится здесь. Он аккуратно ее поворачивает, и мы смотрим, что же произойдет. Таракан найдет свой выход. Это игра на скорость, поэтому следующий игрок должен моментально бросить кубик. У него выпала ложка, и он смотрит, какую ложку ему повернуть, чтобы таракан добрался к нему быстрее всех. Следующий игрок опять-таки бросает кубик, у него выпадает вилка. Я думаю, можно повернуть вот эту, и наш таракан попадет. Нет, не попадет. И да, наш таракан попал сюда. Теперь мы закрываем эту ловушку, и этот игрок получает жетон. Выигрывает тот игрок, который первым заманит в свою ловушку 5 тараканов. И получит, соответственно, 5 жетонов. Этот игрок является победителем. Стоит отметить, что если на кубике попадает знак вопроса, то игрок может повернуть любой предмет на столе. Но игрок должен всегда поворачивать ее только на 90 градусов. Нельзя оставлять предметы такими. Также нельзя прикасаться к самому таракану. После того, как кто-то из игроков поймал таракана, поле возвращается в исходное положение. Мы перемещаем наши предметы, как они были. Спасать кухню от вредителей понравится детям всех возрастов. Это увлекательная игра, которую вы запросто сможете увлечь вашего ребенка. Давайте же загоним этого таракана в ловушку. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.